Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. Делегация ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018» посетила ФИШТ. Сочинский стадион полностью готов к чемпионату мира по футболу. Город поможет предпринимателям, которые занимаются раздельным сбором мусора в Сочи. Рабочая группа изучит предложения от компании. За один день два преступления. В Сочи задержаны братья, приехавшие на курорт ради наживы. Разноцветные коты поселились в музее Островского. Там сегодня, в Международный день кошек, открылась тематическая выставка. Ежегодное послание президента России Федеральному собранию сегодня стало рекордным по длительности. Речь Владимира Путина продолжалась 1 час 55 минут, и то и дело прерывалась аплодисментами зала. Так, новость о грядущем открытии Крымского моста дважды заглушали овации. В этот раз послание главы государства отличалось от предыдущих и по форме, и по содержанию. Впервые заседание из Кремля перенесли в центральный выставочный зал «Манеж». Там установили огромные экраны, на которые выводили информацию, видео и диаграммы. В своем послании Владимир Путин затронул вопросы экономики, образования, здравоохранения, экологии, развития технологий и, конечно, строительства новых объектов. Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожные сообщения. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья. На встрече присутствовали сенаторы, депутаты, министры, общественники, пресса и главы регионов, в том числе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Послание президента – это программа. Программа жизни, в том числе и для России, и для Краснодарского края, и других регионов нашей страны, основанная на запросах людей. Наш президент Владимир Владимирович Путин говорит о том, о чем мне практически всегда говорят жители наших районов, муниципальных образований, когда я с ними встречаюсь. Полное понимание реальной жизни на земле. И полное понимание, что нужно делать, чтобы эту жизнь, там, где живут простые люди, сделать лучше. В первую очередь для них и для каждого жителя и Краснодарского края, и всей страны. Кроме того, впервые широкой публике сегодня показали испытания новейшего ракетного комплекса «Сармат», у которого практически нет ограничений по дальности поражения. Примерно половина послания президента Федеральному собранию была посвящена вопросам обороны и международной безопасности. Качественной медицинской помощи. На Кубани финансирование социальных госпрограмм увеличат почти на 3 миллиарда. Депутаты Краевого законодательного собрания приняли поправки в бюджет. В заседании участвовал и глава региона Вениамин Кондратьев. Дополнительно на расходы в этом году выделят около 15 миллиардов рублей. На что их распределят, где появится зеленый пояс и чего ждать виноделам края? Все подробности в материале наших краснодарских коллег. За увеличение статьи расходов в краевой казне кубанские парламентарии проголосовали единогласно. Дополнительно было решено выделить около 15 миллиардов рублей. Поправки в бюджет стали первым и основным вопросом повестки 7-й сессии. На заседании в законодательное собрание приехали глава региона и практически весь блок вице-губернаторов. Как и в предыдущие года, большую часть денег в 2018-м направят на развитие социальной сферы. Почти 5,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию школ и детских садов. Дополнительно деньги выделят и на покупку школьных транспорта. Предусмотрено 140 миллионов рублей на приобретение автобусов для подвоза учащихся в сельских школах. Более 150 миллионов рублей предусмотрено на создание новых мест в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях и другие расходы. Сохранят ежемесячные выплаты многодетным семьям. Дополнительно выделят около 300 миллионов на капитальный ремонт больниц и поликлиник. В наше время, в которое мы с вами работаем, это время приоритетов. У нас сегодня есть возможность дополнительно распределить 14,9 миллиардов рублей. Коллеги, это 15 миллиардов плюсом. И еще раз подчеркиваю слово «дополнительно». Общий объем расходов, вот у меня написано «расходов», и это не расходы, друзья, это выделение средств из бюджетов на жизнь. 233,2 миллиарда рублей на этот год. А вот в 2015 году, когда я избрался, когда команда пришла, эта сумма составляла 197 миллиардов рублей.
То есть на 30 миллиардов мы практически за 3 года приросли. И вот этим мы сегодня уже можем гордиться. Увеличен также был и дорожный фонд. Теперь на строительство и ремонт автомагистралей предусмотрено чуть больше 28 миллиардов рублей. Еще почти 2 миллиарда планируют потратить на развитие ЖКХ. В числе приоритетов, о которых говорит губернатор, и благоустройство кубанских городов и станиц. 163 миллиона рублей дополнительно направляем на формирование современной городской среды. Общий объем ее 1,5 миллиарда рублей. Понятно, что их не хватает, и люди уже сейчас увидели, что на самом деле это делается. И каждый говорит, давайте мой двор, давайте вот там, где я живу. Пусть они сами принимают решение. Вот посредством голосования, конечно, все хотят. Здесь надо на контроле у глав муниципальных образований, чтобы они держали. Вот исходя из того, из приоритета, который сами жители определяют. Сами жители. И вот там и эти деньги должны быть израсходованы. Дополнительное финансирование целого списка госпрограмм – это итог работы прошлого года. В 2017-м доходов удалось мобилизовать даже больше запланированного. По словам Вениамина Кондратьева, правильно расставить акценты получилось и при формировании бюджета 2018 года. Депутатов ЗСК губернатор края поблагодарил за продуктивный диалог в этом вопросе. Я хочу поблагодарить за вот эту работу, за конструктивную работу, за прозрачность, самое главное, прозрачность отношений и прозрачность всего, что мы делаем, в том числе и распределение средств в бюджет. Для депутатов нет ни одной закрытой двери в органах власти и ни одного закрытого документа. И народ должен ощущать и чувствовать, что на самом деле власть максимально открыта. Это тоже очень важно. Сегодня людям... нашим избирателям понимать. Вадим Иванович, безусловно, увеличено финансирование значительной части краевых государственных программ. Одно дело увеличить, а другое дело эффективно исполнить. Ведь сэкономленные – это те же самые заработанные. Поэтому вот как рачительно они будут использоваться, денежные средства, это задача номер один. И я коллегам с органов исполнительной власти сказал, что даже не надейтесь. Мы это не будем по итогам полугодия или по году. Мы этот вопрос будем рассматривать системно, ежемесячно. Помимо этого, сегодня приняли изменения в краевой закон об общественной палате Краснодарского края. Региональный орган теперь может формировать советы, которые смогут давать независимую оценку качества услуг. Отчитались на сессии и о выполнении индикативного плана. По итогам прошлого года высоких результатов удалось добиться в строительстве. С опережением общероссийских показателей сработала и промышленность. Краснодарский край также сохранил первенство в Южном федеральном округе по объемам производства. Отметили и успехи аграриев. В сельском хозяйстве годовое плановое задание выполнено на 94,3%. Объем производства сельхозпродукции достиг почти 413 миллиардов рублей. Вместе с тем, по основным видам продукции план выполнен. Поголовье крупного рогатого скота приблизилось к годовому заданию. Однако последствия вспышек АЧС привели к сокращению поголовья свиней. Для развития животноводства разрабатывается новый закон. Это направление необходимо сделать максимально привлекательным для фермеров. Сейчас, как показывает практика, им выгоднее заниматься растениеводством. Юрий Бурлачко отметил, именно животноводство должно стать одной из точек роста в сельском хозяйстве. Безусловно, должны совместными усилиями мотивировать очень хорошими выплатами, субсидиями на развитие животноводства, в том числе и молочного животноводства. Хотя вроде бы есть чем похвастаться. Каневской район на Дое почти столько же, сколько соседняя Ростовская область. Председатель Заксобрания, кроме того, отметил, что необходим тотальный контроль в реализации целевых программ. Нужно создать механизмы проверки освоения выделенных денег. А вот виноделам может помочь принятие нового постановления. Депутаты решили направить министру финансов страны Антону Силуанову обращение. В нем они просят упростить процедуру выдачи лицензий производителям игристых напитков. Говорили на сессии и об увеличении зеленых зон в Краснодаре. Благодаря принятому постановлению появится лесопарковый пояс площадью больше 40 гектаров. Всего во время сессии депутаты рассмотрели порядка 50 вопросов. Екатерина Параханяк, Мария Крошная, Валентина Бекшаева, Михаил Власенко, Кубань-24, Краснодар. Новые рабочие места и налоги в казну. Одна из крупнейших в мире торговых сетей Metro Cash & Carry открыла на Кубани еще один магазин. Это уже третий по счету в Краснодарском крае. И в планах у компании развиваться дальше. Вопросы сотрудничества обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и генеральный директор Metro Джерри Кристофер Калмис.
Глава региона поблагодарил руководство фирмы за многолетние партнерские отношения и отметил, что даже в условиях санкций компания не ушла с российского рынка, а продолжала развиваться и укреплять свои позиции. Важно и то, подчеркнул Вениамин Кондратьев, что сеть сотрудничает с местными производителями. Около 70 кубанских поставщиков привозят свои товары в магазины «Метро», таким образом поддерживая малый и средний бизнес. Торговые сети находятся очень в жесткой конкуренции, безусловно. Если вам приходится конкурировать, и для этого нужны какие-то нестандартные, креативные решения. Ну а самое главное, что нужно, это сохранить стабильность, в том числе, о чем я говорил, цены, качества и возможность и жителям края, это больше юридическим лицам в первую очередь, конечно, предпринимателям стабильно по, еще раз подчеркну, демократичной цене приобретать у вас продукцию. У края есть задача поднимать уровень маленького и среднего бизнеса до уровня 50% вашей общей экономики. И это именно вот хорошее совпадение, потому что метро, основной миссия метро – это реально поддержать и развитие маленького и среднего бизнеса. Джерри Калмис также подчеркнул, что Краснодарский край – инвестиционно привлекательный регион. Вести бизнес здесь комфортно. Поэтому сотрудничество между краем и торговой сетью продолжится. В планах открыть еще магазины, в том числе и в курортных городах. В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, на Сочинском форуме было подписано соглашение, по которому в крае будет запущена франчайзинговая программа. И в ближайшие пару лет будут открыты небольшие магазины у дома. Два таких уже работают в Краснодаре и Выселках. Делегация представителей ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018» сегодня посетила ФИШТ. Сочинский стадион полностью готов к проведению чемпионата мира по футболу, резюмировала комиссия. Это седьмой и последний операционный осмотр спортивного объекта. Все подробности у Инги Габеши. В рамках операционного визита делегация запланировала осмотр стадиона в Сочи, Ростове-на-Дону и Казани. К ФИШТу никаких претензий. Впрочем, как и во время проведения матчей Кубка Конфедерации. Но, несмотря на это, определенные перемены здесь претерпела спортивная зона. Расширился и пресс-центр. Дело в том, что требования чемпионата мира выше, чем на Кубке Конфедерации. В целом, как нам кажется, стадион находится в прекрасном состоянии. Да и в целом город Сочи готов к приему гостей, имеет много опыта в проведении крупных спортивных состязаний, поэтому здесь у нас больших вопросов нету. Как отметил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, сейчас на стадионе ФИШ завершаются инженерные работы и идет тонкая настройка незначительных моментов. Мы очень довольны тем, какую работу здесь проделали местные власти и каким образом они подготовили стадион к проведению матча чемпионата мира. Определенные работы ведутся, в частности, по расширению трибуны и медиа-центра, расширению зоны гостеприимства, но это было изначально запланировано, то есть это запланированный объем работ. Поэтому сейчас мы финализируем уже работы на стадионе. Потому как прошел Кубок Конфедерации, мы остались очень довольны обеспеченным уровнем безопасности. Мы уверены, что все меры, которые необходимы, будут приняты и для матча чемпионата мира. Опыт проведения матчей Кубка Конфедерации оказался бесценным, отметила принимающая сторона. Именно тогда власти региона изучили проблемы и вопросы, которые могут возникнуть в период проведения спортивного события. На сегодня мы работаем единой командой. Оргкомитет, Краснодарский край и представители ФИФА, которые регулярно к нам приезжают и даже не приезжая, мы знаем пожелания, которые едины для нас, для всех, это подготовить спортивные объекты для того, чтобы футбольные команды показали свою лучшую игру. Пока же оргкомитет активно готовится отметить 100 дней до чемпионата мира. Обратный отчет до старта мундиаля будет дан 6 марта. Обширная праздничная программа готовится и в Сочи. Мероприятия пройдут на площади Южного Мола. Что же касается подготовительных мероприятий к чемпионату мира, за которые отвечает непосредственно город, то они уже завершены. Естественно, что есть определенные неудобства для города. Имеется в виду, что открытие фан-зоны повлечет за собой перекрытие дороги. Но это очень важный момент, потому что мы создаем удобные, комфортабельные условия для того, чтобы все наши фанаты, которые не смогут попасть на стадион, в режиме онлайн будут смотреть на экранах, которые будут установлены на фан-зоне, а также на самой фан-зоне будет проводиться
с 12:00 до 0:00. Культурные мероприятия, спортивные мероприятия, то есть будет весело. Поэтому мы говорим о том, что город готов. Напомню, что, ко всему прочему, Сочи на время Мундиаля станет тренировочной базой для сборных команд Польши и Бразилии. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Город поможет предпринимателям, которые занимаются раздельным сбором мусора в Сочи. На курорте создана рабочая группа, которая изучит предложения от компаний и определит программу действий для увеличения их возможностей. Об этом стало известно на встрече мэра Анатолия Пахомова с бизнесменами, которые занимаются раздельным сбором отходов. В этом году Сочи вошел в федеральную программу по строительству завода по термической переработке отходов в электроэнергию. Современное экологически безопасное мусороперерабатывающее предприятие появится на курорте к 2022 году. Никаких других технологий не существует. И даже их, если называют там переработка, то все равно она одна переработка, термическая, другой нет. Но что мы выяснили? Что чем тщательнее ведется работа по раздельному сбору, чем тщательнее, тем меньше остается хвостов. Хвосты – это то, что не сгорает и то, что не поддается переработке. 40% переработки отходов в Евросоюзе ведется именно по такой технологии, которую разработала японская фирма Hitachi. Во всем мире переработка отходов и раздельный сбор мусора идут рука об руку. Таким путем предстоит пройти и нашему городу. Параллельно нужно оказать помощь предприятиям, которые занимаются переработкой пластика, бумаги, картона, резины, стекла и строительного мусора. В городе таких около 10. И у каждого из них есть резервы для развития. Наглядно на это указывает количество автопокрышек или мешков стройотходов на контейнерных площадках. Город готов помочь в поиске и аренде новых площадок, установке специализированных контейнеров. Так, например, организации, которая занимается переработкой автопокрышек, нужна помощь в реализации их конечного продукта – резинового покрытия для спортивных и детских площадок. Это взаимовыгодное сотрудничество, от которого выигрывают все – и перерабатывающие предприятия, и город, и объекты бизнеса. Но, как отметил глава Сочи, доносить идею важности раздельного сбора отходов необходимо каждому отдельному жителю. И начинать это нужно с раннего возраста. Для этого в школах будут регулярно проходить эко-уроки, конкурсы и тематические праздники. А население в целом предложено стимулировать тарифными преференциями для тех, кто будет практиковать раздельный сбор мусора. В Сочи по горячим следам раскрыта серия грабежей. В дежурную часть обратилась 25-летняя сочинка и сообщила, что стала жертвой ограбления. К пострадавшей подошли двое неизвестных и вырвали из рук сумку, в которой находились документы, кошелек и телефон. Общая сумма ущерба составила 46 тысяч 500 рублей. Ориентировки с приметами злоумышленников направили всем нарядам полиции. На одной из улиц подозреваемые были задержаны. Ими оказались братья 19 и 20 лет, прибывшие в Сочи из сопредельной республики. В отделе полиции была установлена их причастность еще к одному грабежу в этот же день. Там пострадала 38-летняя сочинка. Парни действовали по той же схеме, выхватив сумку, скрылись. Сумма ущерба на этот раз составила 130 тысяч. Похищенное изъято и возвращено владельцам. В настоящее время установлено, что они приезжали в город Сочи с сопредельной республики с целью совершения преступления. В настоящее время они находятся под стражей. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Продление дачной амнистии, амнистии капиталов и другие нововведения. Что изменится в жизни россиян с 1 марта, сообщает портал ИС.ру. С 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019 начнет действовать вторая волна амнистии капиталов. В это время россияне, которые ранее не заявляли об имеющихся у них за рубежом счетах и имуществе, смогут их официально задекларировать на территории России. Подать декларацию можно уже с 1 марта. Главное условие – счета и имущество за рубежом должны были быть зарегистрированы раньше этой даты. В марте ожидалось окончание еще одной амнистии – дачной, в рамках которой собственники могли воспользоваться упрощенной формой
для того, чтобы зарегистрировать индивидуальные жилые строения на загородных участках и саму землю. В частности, получить свидетельство на землю можно было, минуя процедуру оформления кадастрового паспорта, а на жилое строение без обязательного разрешения на его ввод в эксплуатацию. В конце февраля Госдума решила в очередной раз дачную амнистию продлить. Теперь она будет действовать до марта 2020-го. Кстати, все, у кого в целом накопились вопросы, связанные со сделками с недвижимостью, 1 марта могут попробовать получить на них ответы у специалистов Росреестра. Единый день консультации, который состоится во всех регионах России, ведомство проведет совместно с Федеральной кадастровой палатой. С 18 марта начнет действовать новое требование ПДД. Теперь водители, попавшие в ДТП или просто остановившиеся вне населенных пунктов, ночью обязательно должны будут надевать специальные светоотражающие жилеты или накидки, прежде чем покинуть машину. Правило также распространяется на дневное время в случае, если видимость ограничена. Соответствующее постановление было принято еще в конце 2017 года. Причиной стала печальная статистика, по которой водителей в темное время суток, выходивших из машины после ДТП, нередко сбивали другие автомобилисты. При этом просто светоотражающих нашивок будет недостаточно. Жилет или накидка должны соответствовать требованиям ГОСТа. Нарушителям может грозить административное предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Сочи вчера, сегодня, завтра. Гражданский форум под таким названием прошел сегодня на курорте. Там побывала и наша съемочная группа. Более 700 студентов собрались сегодня в Зимнем театре на гражданском форуме «Сочи. Вчера, сегодня, завтра». Речь шла о прошлом, настоящем и будущем курорта. Вспоминали и непростые для города годы, и время олимпийского строительства. Говорили и о перспективах, которые ждут Сочи. Наш город быстро наверстал все то упущенное 90-е и стал суперсовременным курортом. Сегодня Сочи развивается успешно, и мы с уверенностью смотрим в будущее. Олимпийские игры не стали вершиной развития курорта, а послужили отправной точкой для дальнейшего движения вперед. А это будущее в руках нынешней молодежи, подчеркнул мэр. Кстати, в гражданском форуме приняли участие молодые люди, которые в этом году впервые в своей жизни будут участвовать в выборах. Им предстоит принять важное решение, за кого и за какой путь развития нашей страны отдать свой голос. Кстати, молодежь Сочи весьма активна. Большая часть молодых людей 18 марта обязательно придет на избирательные участки. Мы молодое поколение, в будущем мы же будем создавать это будущее, поэтому я считаю, что вся молодежь должна пойти на выборы и в них участвовать. Делая выбор сегодня, мы обеспечиваем себе завтрашний день, наше будущее, будущее нашей страны. Эти 5 лет могут принести просто огромный либо рост, либо регресс, да, для страны. Что будет через 10 лет, важно для нас. Довольно-таки часто я сталкиваюсь с мнением, что нет никакой необходимости идти на выборы, что выборы все куплены. Но сейчас я понимаю, что это не так. От каждого зависит судьба нашей страны. Все участники форума от организаторов получили приятные подарки с символикой выборов, билетами на хоккей и приглашением принять участие в выборах президента 18 марта и выполнить свой гражданский долг. Инга Габешия, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну, вообще, Сочи может гордиться своей молодежью. Сегодня сочинская теннисистка Полина Смирнова, чемпионка 23-х летних сурдлимпийских игр 2017 года, пополнила экспозицию Музея спортивной славы. В конце 2017 года Полина Смирнова – заслуженный мастер спорта России. Она самая молодая спортсменка нашего региона, ставшая в 15 лет обладательницей столь почетного спортивного звания. Летом прошлого года в Турции на сурдоолимпийских играх выиграла серебро в одиночном и стала чемпионкой в смешанном парном разряде. Это было трудно не физически, а скорее морально, признается Полина. Буквально на середине матча я же кричала: «Боже, я не знаю, что мне делать». Это была чистая правда, я просто растерялась, у меня просто опустились руки. Но тренер мне сказал: «Бей, Полина, бей!» И я собралась, я начала бить и выиграла. Платье, в котором боролась за медали на международном уровне, свою первую ракетку, с чего начался поход в большой профессиональный теннис, серебряную и золотую медали. Вот такие памятные предметы спортсменка сегодня передала в дар музею спортивной славы Сочи. Приурочила свой визит и встречу с сочинскими школьниками ко Всемирному дню тенниса. Всегда рядом с ней мама Анна Смирнова, в прошлом мастер спорта по лыжам, а сейчас личный тренер по теннису. На тот момент, когда мы осознали, что мы идем в большой спорт,
из детского уходим в профессиональный сурдолимпийский, это было по линии 10 лет, мы тогда поняли, что без привлеченного тренерского состава, без команды, которая будет работать только на Полину, не справится. Соревнования для слабослышащих проходят практически каждый год. Сейчас Полина Смирнова начала активную подготовку к командному чемпионату мира, который пройдет в сентябре, опять же, в Турции. Следила, безусловно, за выступлениями наших спортсменов в Корее и верит в удачу российских паралимпийцев. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Разноцветные коты поселились в музее Островского. Там сегодня, в Международный день кошек, открылась тематическая выставка. Выставка «Разноцветные коты. Воплощение мечты» составлена из коллекции семьи сочинских художников «Бедрак». Для создания незабываемой галереи кошачьих портретов использованы самые разные художественные техники. В залах музея можно увидеть более 100 котов, кошек и котят самых разных пород, цветов и фактур. Кошки из папье-маше и фарфора, акварельные и керамические, кошки-матрешки и кошки-скульптуры, рыбаки и воришки, мечтатели и обжоры, музыканты и хулиганы. Только внимательный взгляд узнает в разнежных котиках обычную морскую гальку с большим мастерством, расписанную художниками. Во время работы выставки для маленьких посетителей будут проводиться интерактивные экскурсии. В игровой форме можно будет ближе познакомиться с миром кошек, посмотреть мультфильмы, а также принять участие в мастер-классах и сделать свою собственную кошку. Выставка будет работать по 26 марта. Ну и на сегодня это все новости. Их вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.